из кино 60-х годов. Она была мечтой наших славных дедов. Стояла у подъездов, у кафе и у ДК. И сделана была по заказу ЦК. Волга, советская Волга, полярная Волга, ГАЗ-21. И ничего полезнее иметь автомобиль. На нем проехать можно сотни тысяч. Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51РУС. Сегодня на обзоре у нас будет автомобиль ГАЗ-21. Значит, изначальный мод Юрия Еремчука, аддоны Макса Дмитриева я сконвертил, переделал. Давайте посмотрим, какая будет машинка. Ссылки на машинку будут под видео на канале, также в группе. Попробую запихнуть ее на STMods. Вот. Качайте, катайтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачных покатушек. Машина работает в мультиплеере, присутствует синхронизация света. Ну и вообще мне нравится данный автомобиль, поэтому вот такая ерунда получилась. Добавил хром, подвесочку, тонировочку, аддончики. Классный драндулет, погнали. Свой звук, камера с крыши. Вот. И давайте посмотрим, что тут с аддонов есть. Ставится багажник. К багажнику бочки на крышу. Это запорожцы от Макса Дмитриева. Вот. Холодильник. По очкам смотрите сами по видео. Так. Ремонт. Дрова не будет, как бы все остальное. Гараж открывает. Два варианта противотуманок. Желтые, значит, и белые. Вот. И давайте прокатимся. Два вида колес. Колеса пачкаются теперь в грязи. Все нормально. То есть проходимость такая средненькая. Ну, просто классная машина. Свой звук от Волги. Все. Всем удачного просмотра. Обалденный, ребята, автомобильчик. Такой ретро Савдепия СССР. Для спринтайреса самое то. Кстати, ребята, это легендарный автомобиль в истории нашей страны. Поэтому вообще не пожалел ни капельки, что взялся, ее переконвертил и сделал
Прям надеюсь, что и вам всем понравится обалденная машинёшка. Гараж моей старушке 40 лет, но столько ей.
из кино 60-х годов. Она была мечтой наших славных дедов. Стояла у подъезда в кафе и убега, и сделана была по заказу ЦК. Волга, советская Волга, полярная Волга, ГАЗ-21. Не без чего полезнее иметь автомобиль, на нем проехать можно сотни тысяч миль. Но это не машина, это танк и лимузин, на ней на рыбалку и в кино и магазин. Волга, военная Волга, железная Волга, ГАЗ-21. Я просыпаюсь утром и иду
из кино 60-х годов. Она была мечтой наших славных дедов. Стояла у подъездов, у кафе и у ДК. И сделана была по заказу ЦК. Волга, советская Волга, полярная Волга, ГАЗ-21. И без чего полезнее иметь автомобиль. На нем проехать можно сотни тысяч миль. Но это не машина, это танк и лимузин. На ней и на рыбалку, и в кино, и магазин. Волга, военная Волга, железная Волга, ГАЗ-21. Я просыпаюсь утром и иду к себе в гараж. Моей старушке 40 лет, но столько ей не дашь. Потом открыл капот, проверил масло и досол. И на стареньком приемнике поймал рок-н-ролл. Волга, почетная Волга, ГАЗ-21. Притормози, подруга, не кричи, не конюч. Коробка на нейтраль, замки, а поёт ключ. Тебя не люблю, и ты не любишь этот стиль. Проваливай отсюда, это мой автомобиль. Волга, Волга, красавица Волга, ГАЗ-21. Ну что, друзья, вот такой обзорчик небольшой на автомобиль ГАЗ-21. Все, ребят, качайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, будет много интересных доработок, каких-то модов. Ребята, возможно, приватных модов каких-то предоставят на обзор много. Так что все, буду рад вас видеть на своем канале, в своей группе. Подписывайтесь, мониторьте все по видосу, по группе. Все, с вами был, как всегда, Драйвер51Рус. Ссылочка на данный автомобиль будет под видео на канале, также в группе. Ну и надеюсь, что залью ее на СТ-мод. Так что всем удачки, удачных скачек, покатушек. С вами был Драйвер51Рус. Всем пока!